План приватизации государственного имущества Ненецкого округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 рассмотрели на очередном заседании администрации. Программу утвердили и вынесли на рассмотрение окружного собрания депутатов. План предусматривает приватизацию объекта незавершенного строительства по улице Авиаторов и земельного участка под ним путем продажи данного объекта. Его снос, по оценкам специалистов, нецелесообразен. Данный объект у нас был передан из города для завершения строительства многоквартирного жилого дома по улице Авиаторов. Но ввиду того, что земельный участок обременен объектом незавершенного строительства, в рамках земельного кодекса у нас не представляется возможным этот участок предоставить, соответственно, необходимо проводить процедуру приватизации. В этой связи мы и включили данный объект в прогнозный план. Кроме того, предполагается приватизация акционерного общества «Вита» путем вливания денежных средств в уставной капитал предприятия. Предлагается установить сроки приватизации 2 и 4 кварталы этого года. По предварительным оценкам, принятие законопроекта повлечет увеличение доходов окружного бюджета на 6 672 тысячи рублей. Это предварительная оценка по кадастровой стоимости и балансовой стоимости объектов без учета акций. Соответственно, оценка рыночной стоимости будет проводиться после принятия решения об условиях приватизации, которые принимаются, напомню, распоряжением администрации округа. Кроме того, в ходе заседания было принято решение о безвозмездной передаче в муниципальную собственность 2 квартир, которые были приобретены на вторичном рынке для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Ольга Русул, Антон Водряков, телеканал «Север».